Давайте вы тогда скажете. Неважно, как меня зовут, извините. А мужчина, а как вас зовут? Нет, стоп, подождите. Вы сейчас мешаете детскому фонду? Да, я мешаю. А вы сейчас понимаете то, что вы... Я мешаю людям, которые называются детским фондом. Подождите, нет. Подождите. Мужчина. Нет, давайте полицию сейчас вызовем. Да без проблем, вон он, прошли. Звоните, зовите. Где прошли? Вон прошли, вон. А вы сейчас понимаете то, что вы сейчас из-за вас, из-за вашей беды? Да-да-да, и вашим мудакам это же самое говорю. Что? То, что из-за вас? Вашим мудакам, вот те, которые будут смотреть. Да. И я, то, что за вас сейчас дети лично, умирают. Прекрасно. Вы я лично подумал, что даже... вы все ебаные мудаки. Вы оказались все... в тюрьме, так же, как и вы. Да. Поняли вы? Вам сколько лет? Вы совершеннолетние, надеюсь? Не важно, сколько мне лет. Я надеюсь, что вы все, блядь, окажетесь в тюрьме ровно за то отвратительное мошенничество, которое вы делаете здесь. Какое мошенничество? Это к вам обращаюсь. Хотели бы вы с нами участвовать в этом? Да, обязательно. Я хотел бы поучаствовать в этом. Знаете, каким способом? Путем посадки вас всех в тюрьму. Да за мошенничество. Что? Да, да вы что? По статье мошенничества. А как вас зовут? Меня зовут Владимир Раевский. Я корреспондент телеканала «Москва-24». Можете это запомнить, зарубить себе на носу. И вы, и все ваши уёбки. Да вы что? Я с удовольствием покажу это. А вы знаете статью вот о том, что оскорбление? Да. Оскорбление людей. Оскорбление таких мудаков является, поощряется государством. Поверьте да вы мне, что? Я это передам да своим коллегам на телеканал. Передадите это. Каждый день. Каждый день. Все, что вы здесь каждый делаете. День. А я вот это сейчас, знаете, выкладываю сразу через перископ. Прекрасно. В интернете. Давайте. Все вот это вот из-за вас, вот таких как вы. Вот таких как вы. Вот просто вот таких. А куда вы уходите? Не, подождите, а куда вы уходите, мужчина? Да, куда вы? Здесь? Давайте, снимайте. Куда вы уходите? Смотрите, смотрите, вот куда вы уходите? Вот просто а чего лицо люди, запомните, запомните вот это лицо. Вот это лицо. Вот из-за таких, как вы, сука, умирают дети. Из-за таких, как вы, вот то, что вы выкладываете. Молодые волонтеры отказываются от того, что не верят людям. И то, что из-за таких, как вы, они уходят из волонтерской деятельности. Не, подождите, ну мужчина, ну куда вы уходите? Сам небось нагоняете на джипе каком-нибудь, на крутой машине. А вы хоть раз помогли ребенку какому-нибудь? Владимир, или как вас там зовут? Подойдите, пожалуйста, сюда, куда вы уходите? Дорогие люди, зрители, вы видите вот это лицо? Вот этого человека, который поначалу просто оговаривает людей, оговаривает молодых девочек о том, что они плохие, о том, оскорбляет их. А сейчас убегает. И кто? Кто он по существу? Ну кто вы? Подойдите сюда. Не, мужчина, вы что? Вы сейчас 5 минут назад были Рэмбо. Вы можете оскорблять маленьких девочек? В смысле нет? Вы сами живете на Арбате, слушайте. Продадите свою квартиру и живите здесь. Помогите ребенку, блядь.